Мы гуляем с Ютой в Карасунах. Да, Юта? Кого там видела? Мы сейчас видели большую черепаху. Вот там вчера мы гуляли улица Радио возле стадиона Кубань. Большая телевышка. Здесь уже идет промышленная зона. Мясной супермаркет «Горожанин», «Пятерочка», торговый центр, «Магнит» очень популярный здесь. И, по-моему, уже тут рядом с цветами очень неприглядное здание, где ремонтируют машины, тренировка машин. Это Валентина, а вот мы стоим прямо под каштаном. Жизнь из Краснодара.